пошел вон из моего дома. Нет, так просто от меня ты не избавишься. Да неужели? Там наверху лежат кое-какие вещи, доставшиеся мне от отца, и некоторые из них волшебные. Уверен, я найду средство, которое помогает от таких, как ты. Погоди, погоди, не сердись. Я просто хотел... Ну? Слушай, пока Нок жив, я его проклятие, и мне невыносимо видеть его счастливым. А он теперь до безобразия довольный. Ну а я тут при чем? Ты просто... Не мог бы ты и для меня что-нибудь сделать, как для Нога? Хочешь, чтобы я нашел тебе занятие? А ты найдешь? Было бы просто здорово. Я не сказал, что найду. Что-нибудь такое, на что я сгожусь. Я никого проклинать не намерен. Может, я стану призраком в каком-нибудь замке? Здесь никаких замков нет. А может, колодец? Даже и не думай. А что же мне делать? Я воплощение ненависти. Я не могу заниматься резьбой по камню, как Нок. У меня даже рук нет. Я попробую что-нибудь придумать. Благодетель! Я ничего еще не обещал. Я сказал, что попробую. Сиди здесь, пока я не соображу, куда тебя деть. Не хочу, чтобы ты болтался по округе и пугал соседей. Придумал что-нибудь? Ну, имей терпение. Оленина, на прошлой неделе я добыл оленя. Остальное я отнес Масику в таверну. Денег я с него не взял, естественно, но он все равно бурчит, что лучший кусок я оставил себе. Здесь у меня молоко, сыр и масло. Холодная вода дольше сохраняет их свежими. Здесь у меня молоко, сыр... Яйца. Их дала мне вдова мельника. Мы много лет так меняемся. Свежая рыба на яйца. Из малины прошлогоднего урожая. Только ремешок цел. Может, для чего-нибудь и пригодится. Моя старая сумка. Совсем сгнила, только ремешок еще цел. Ремень. Единственная часть сумки, от которой еще может быть польза. Последний. Он у меня всегда заканчивается уже к середине лета. Боги преисподней! Какая тошнотворная вонь! Фу! Убийственное испарение! Как будто по носу суданули! А если ртом дышать, то горло огнем горит! Что такое, Улов? А что ты с этой дикой вонью делаешь? Там же находиться невозможно, глаза режет. А я всегда надеваю маску. И помогает? Не, от самой маски проку нет. У меня есть специальный отвар на масочку. Брызнешь и вполне себе дышится. А он у тебя есть? Был, только весь кончился. А где ты взял этот отвар? Ну, его алхимик в городе сварил. Потом ему пришлось отсюда смываться, а других я и не знаю.
что случилось с алхимиком? У него неприятность случилась с городским советом. Он наобещал им чудес, взял суду золотом, а вернуть не сумел. Думаю, среди чудес были превращение свинца в золото, эликсир вечной молодости и все такое. Вот уж не знаю. Только если бы он умел сам делать золото, зачем тогда было суду брать, а? Бред какой-то. Короче, стало ему у нас в городе тесно. Он собрал вещички и дал дёру. У тебя точно не осталось больше волшебного отвара? Ни капли. И травы почти кончились, а взять негде. Тьфу. А если другой отвар? А другие не помогают. Пробовал? Я все, что дочка на себя мажет, когда к тебе идет, попробовал. И кучу чего еще. Запах был то слишком слабый, то уж такой крепкий, что вообще не вдохнешь. А потом я нашел рецепт для алхимика. Погоди, так у тебя есть рецепт этого отвара? Ага, столько за него выложил, а толку никакого. Это как? А я не понял ничего. Этот петух ощипанный написал какую-то бредятину. Я таких слов-то не слыхал. А ты показывал рецепт Алии? Еще как показывал. Думал, наконец-то, хоть какой толк будет от городской школы. Не зря ведь твой папаша уговорил меня ее туда отправить. Куда там? Она тоже ничего не поняла. А если другие травы попробовать? Пробовал. Глупость одна получилась. Вонь до небес стояла. Думал, привыкну, брызнул на маску и надел. И что было? Да чуть глаза не выскочили. Раз ты про маску сказал, можно ее одолжить? А это не так просто, сынок. Почему? Я ж сказал, после того раза она пахнет, прям скажем, не фиалками. Я во дворе стоял, как этим ужасом пахнуло, я ее сорвал и выбросил подальше. Она, как назло, в колодец упала. Хорошо, что ты им уже 100 лет не пользуешься. Не говори. Если выловишь ее, приноси сюда. Отмоем в лучшем виде и носи, сколько влезет. Только смотри, так ее не надень. Спасибо тебе. Как только выловлю, сразу принесу. Увидимся. По-моему, я вижу маску, о которой говорил Масик. Слишком глубоко, не достать. Маска повисла на кустике, растущем прямо из стенки колодца. Попробовал-ка я ее подцепить крючком. Получилось! Фу, ну и вонь! Не буду я такое с собой носить. Лучше отдам ее поскорее Масику. Пусть вымоет, раз обещал. Что такое, Улов? Ты не одолжишь мне этот рецептик? Может, у меня что-нибудь получится? Да бери на здоровье, раз думаешь, что справишься. Спасибо. Попробую что-нибудь придумать. И если получится, весь отвар, что останется, твой. Треплиха, древесный уголь. А что это за артериановые яблоки? Что такое артериановые яблоки? Я тоже над этим долго голову ломал. Не знаешь, где поблизости растет